Отдел внутренней безопасности администрации Бирска совместно с управлением ФСБ России выявил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 7 миллионов рублей. Расхитительницей бюджетных денег оказалась 33-летняя Яна Ведяшкина, работавшая специалистом муниципального центра информационно-материального обеспечения. Вину в совершении преступлений девушка признала полностью. Часть имущества, принадлежащего обвиняемой, была арестована в целях возмещения причиненного ущерба. Дело рассматривалось в особом порядке. Гособвинитель Анна Белова попросила суд назначить экс-бухгалтеру мэрии наказание в виде реального лишения свободы. Предлагаю назначить Ведяшкиной окончательное наказание в 4 года лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. С отбыванием ее наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения я прошу избрать Ведяшкину в виде заключения под стражу. Адвокат Яны Ведяшкиной просил суд об условном наказании с отсрочкой на срок 3 месяца. Так как у Ведяшкина имеются хронические заболевания и ей требуется оперативное вмешательство. После прений судья Наталья Агеева огласила приговор. Назначить Ведяшкиной по совокупности преступлений. Путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев со штрафом 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Яну Ведяшкину вывели из зала суда в наручниках. По решению Фемиды бывший бухгалтер мэрии будет обязана выплатить ущерб, причиненный городской казне. Будет ли Ведяшкина обжаловать приговор, пока неизвестно.